Кинокомпании Picture House и New Line Cinema представляют. Клуб под кроной Цинциннати, штат Огайо. Совместно с HBO Films. Производство студии Goldsmith Thomas и Red Om Films. Фильм Патриши Роземы. Абигейл Бреслин. В фильме Кит Китридж. Загадка американской девочки. В фильме также снимались Джулия Орман, Крис О'Доннелл, Джейн Краковски, Уоллес Шоун, Макс Тирио, Уиллоу Смит, Глен Хедли, Зак Милс, Кеннет Уэлш, Мэдисон Дэвенпорт, а также Джоан Кьюсак и Стэнли Туччи. 2 мая 1934 года. В Америке бушевала Великая депрессия. Но мне казалось, что все это очень далеко от моего мира. Клуб под кроной, вход только для членов. Я сосредоточилась только на одном. Я мечтала стать репортером. Композитор Джозеф Витарелли. С самого утра мое сердце билось как никогда в жизни. Оператор Дэвид Бойд. Следующий угол Липтон и Лудлоу. Пройдите к выходу, угол Липтон и Лудлоу. Если потороплюсь, я успею навестить папу. Автомобили Китриджа. Папа! Папа! У меня встреча в редакции. Чудесно, крошка. Пожелай мне удачи. Тебе это по плечу. Жми на газ. Она будет репортером. Готов поспорить. Волна преступлений в долине Огайо. Покупайте газеты. Бродяги распоясались. Волна преступлений в долине Огайо. Мой брат Чарли устроил для меня приглашение в Цинциннати Реджистер. Продюсеры Элейн Голдсмит Томас, Лайза Гиллан. Я думала, что войду посетителем, а выйду журналистом. А также Эллен Бразерс и Джули Голдстайн. По мотивам рассказов Валери Трип. Разве я могла догадаться, что приготовила жизнь? Я думала, что готова. Автор сценария Энн Пикок. Режиссер Патриша Роземы. Извините, мистер Пибоди? Сэр. Сестра Чарли Китриджа? Да, сэр, я Кит. А я Билли, мне 19, и я пока не сэр, но спасибо. За мной. Чарли сказал, что ты хотела увидеть редакцию. Прошу. Ух ты, Цинциннати Реджистер. Ну а где редактор? Гибсон? Там, а что? Я написала статью. Передайте ему, пожалуйста. Что-что? Что сделать? Передайте для публикации. Ты шутишь? Ты не шутишь. Она не шутит. Я не шучу. Это статья о Чикагской всемирной ярмарке. Я взяла интервью у тех, кто там побывал. У очевидцев. И ты пришла сюда ради статьи? Да, спасибо. Ты думала, что можно ввалиться к редактору, и твою статью сразу напечатают? За прошлую неделю тираж упал на 20%. Мы плетемся в хвосте у Огайо Геральд. Мне нужно что-нибудь новое, свежее, из гуще жизни. Я, пожалуй, взгляну. Большое спасибо, Билли. Я подожду здесь. Не торопитесь. Нет. Зайди в другой раз. Можно и так. Он взял почитать Рути. Может, и не покажет Гибсону, кто знает. Ты опоздала, пошли. Мама знает, что ты со мной. Мама, я пойду в гости, Кит, вместе с Фрэнсис. Да, милая. Теперь знает.
Добрый день. Добрый день. Все, пошли. Меня примут в клуб под кроны, меня примут в клуб под кроны. Добрый день. Привет. Вы не знаете местных жителей, интересует бартер? Смотря что такое бартер. Обмен. Мы с напарником работаем за еду. Короче, я Уилл, а это Каунти. Привет. У мамы собрался клуб садоводов. Пошли? Я починю крышу за 2 дня. Я слышала, вы переезжаете, Мэри? Мой муж уехал 2 недели назад, но пока поживем в отеле «Голландия». В отеле «Голландия Плаза». Говорят, он великолепен. Пригласите в гости. Маргарет, посмотри. Мама! Бродяги, им нельзя доверять. Привет. Чем могу помочь? Мама, это Уилл и его друг. Каунти. Их интересует бартер, то есть работа за еду. Я могу починить все, что сломано. Рамы, заборы, любые механизмы. Мы надежные, ответственные. Заходите утром, я что-нибудь придумаю. Спасибо. Минуточку. Не корми их, Маргарет. Поешьте, раз зашли. Спасибо, мэм, но сначала работа. Я не могу отпустить вас голодными. Только поторопитесь, сейчас миссис Калвер уплетает за обе щеки орешки и скоро набросится на бутерброды. Прошу, считайте это авансом. Берите. Ладно, пусть будет аванс. Спасибо. Утром отработаем. До встречи. Пошли, Каунти. Мой муж говорит, пускай голодают. Только так их можно отвадить. Луис, я помню, что эти мальчики тоже чьи-то дети. Пошли, Уилл. Ну все, подружки, по местам. Всякая всячина. Элеонор Рузвельт, Амелия Эрхарт, Кит, Рути, Фрэнсис и скоро Флоренс. Клянешься ли ты, Флоренс Стоун, быть верной клубу под кроной и только клубу под кроной до конца жизни? Клянусь. А если тебя позовут в клуб 9-я улица? Я рассмеюсь им в лицо. Ты должна сказать, я откажусь. Я откажусь и рассмеюсь. А сейчас, Рути, достань со священной полки священную воду. Уже достала. Она в священной салатнице. Отлично. А сейчас члены и будущие члены клуба под кроны должны положить правую руку в салатницу. Мы одно целое. А сейчас дотроньтесь 2 пальцами до груди. Вот так. Это священная клятва клуба под кроной. Все вместе. Гванга, гванга, галоли, кариба, кариба, кариба. Клянусь быть верной. Роберт, ты должен вмешаться. Бесполезно, Бетти, ничего не поделаешь. Фрэнсис, смотри. Это твоя кровать. Что это значит? Господи. Выселение по распоряжению банка? Это значит, что банк отнял у нас дом. Рути, это ведь банк твоего отца. Ты же можешь попросить отца. Прекрати, Бетти Лу. Все кончено. Какая жалость. Я понятия не имела. Он давно потерял работу, Лорен. Они продавали яйца, чтобы продержаться. Где нам жить? Господи, извините. Перестань, Бетти. Ну все, пошли. Но мой снимок еще не повесили на стену. Флоренс. Бетти, дорогая, не плачь. И что дальше? Я не знаю. Я вам так сочувствую.
А вот и она. Как дела, моя девочка? Папа, папа. Иди сюда. Что стряслось? Папа, прочти. Стоуны лишились своего дома. Если честно, я люблю только сказки. Вначале может быть очень страшно, но в конце все ждет долгой и счастливой жизни и шикарные наряды. Спасибо, Рути. Спасибо, спасибо, Рути. Кто-нибудь знает, что с Фрэнсис Стоун? Ее нет в школе. Она осталась с семьей. Где-то в грязных трущобах. Прекрати, Роджер. Фрэнсис Стоун, дочь никчемного торговца яйцами, это все знают. И она носит платье из мешковины. Роджер, Рути, ни слова больше. Итак, сейчас самое подходящее время объявить, что на последнем уроке перед летними каникулами мы поможем раздавать суп бездомным и нуждающимся. Роджер. Мой папа говорит, что бедняки, которых кормят дармовым супом, лентяи на шее у государства, и именно из-за них у нас депрессия. Я понял, Роджер. И поэтому те, кто не захотят помочь, напишут эссе об истории волонтерства. Все все поняли? Главный в моей группе по раздаче супа Роджер. Он милый мальчик. Он ужасный мальчик. Он просто не хочет писать эссе. Сочувствие ее не накормит. Мама, смотри! Ей так одиноко. Еще бы. Сочувствие ее не накормит. Мы можем ее взять? Пожалуйста. Нет. Это будет подарок на день рождения. И в этом году, и в следующем. На всю жизнь. Нет, дорогая. Что ты сказала? Ладно, я ей передам. Она обещает вести себя тихо, есть только объедки и быть лучшей собакой на всем белом свете. Но можно она у нас погостит? Всего-навсего одну ночь, мамочка. Как ты можешь отказать? Она такая трогательная. А вдруг папа ее полюбит? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, но только на одну ночь. Она согласилась. Ты у нас погостишь. Пансион. Ночлег и завтраки. На помощь! Хватайте его! С ума сойти, средь бела дня! Украл бумажник. Вы не пострадали? Нет, мэм. Какого цвета был ваш бумажник? Красный. Его шил мой сын. Вы видели татуировку? Очень странная. Что-то вроде птицы. Жаль, я не успела рассмотреть. Я заметил только, что он бродяга. Забирай собаку. Красный бумажник, татуировка, бродяга. Я сегодня поздно обедал, Маргарет. Оставь на ужин. Дядя Хендрик, добавки? Нет, спасибо. Учти, Джек, поддержка президента и его политики – это верный путь к гибели страны. Твой сын бросил учебу. Не бросил, а отложил. Верно, папа? Ради новомодной федеральной программы. За гражданской инициативой «Будущее». Чарли строит парк и ремонтирует дороги. И посылает деньги домой, потому что бизнес слегка завял. Помогать близким не стыдно. Сердце за тебя болит, Маргарет. Хранишь объедки. Самое вкусное. Я, пожалуй, пойду. Нет, нет, пожалуйста, останься. Ты думаешь, я старый брюзга, Джек? Но учти, если люди живут в домах, которые им не по карману... Что за шум? Ты еще не знаком с новым домочадцем? Это Грейс. Обычно она ведет себя тихо, дядя Хендрик. Только иногда храпит. И пускает слюни. Мне кажется, что лишний едок вам точно ни к чему. К счастью, ест она очень мало. Пошли, Грейс. Пошли. Умница. Ребята, может быть, вам пора возвращаться во свояси?
Да, сэр. Столица Северной Дакоты, быстро. Бисмарк. Смотри, чтобы мать не надорвалась. Бесплатный суп для безработных. Пусть одна рука поможет другой. Даже не верится, что у этих людей нет денег на еду. Спасибо, крошка. Порежь, пожалуйста, хлеб. Вон там. Хотите хлеба? Привет. Где Кит? Она в домике на дереве. Кит? Кит, я знаю, что ты здесь. Я понимаю, ты злишься, и тебе стыдно. Спустись, пожалуйста. Спустись, дорогая. Я все объясню. Кит? Кит. Почему ты там ел, папа? Банк забрал магазин. Это сделал отец Рути? С нами. Кит, в этом нет ничего личного. И теперь мы лишимся дома? Все обойдется. А где наша машина? Папа. Все будет хорошо. Кит, твой отец ест суп для безработных? Не обращай внимания. Теперь Кит начнет выращивать кур, продавать яйца и носить мешковину. В точности, как Фрэнсис. А что такое мешковина? Колючая ткань, из которой шьют мешки. И ты такой наденешь, Кит? Конечно, как только ее семья начнет торговать яйцами. Мы не торгуем яйцами. От яиц до приюта один шаг. Ой, куча жалких бродяг. Подойди и скажи мне это в глаза, Роджер. Легко. Ой, кучка жалких бродяг. А что у тебя на штанах? Ты яйца продаешь? Из курятника вылез. По
чем яички, мистер Клуша? Ну что, закончили картину? Но Роджер сам виноват, мама. Нельзя принимать чужие слова близко к сердцу. В наши дни всем тяжело. Кстати, мы перенесли твои вещи на чердак. На чердак? Зачем? Мы с мамой решили пускать жильцов. Жильцов? Чужих людей, которые будут жить в нашем доме, есть нашу еду и сидеть на нашем диване? В этом нет ничего стыдного, дорогая. Многие это делают, чтобы выжить. А потом начнем торговать яйцами. Это мы не планировали. Все это временно, дочка, обещаю. Я уеду в Чикаго и сразу найду работу, и глазом моргнуть не успеешь. В Чикаго? Ты уезжаешь? У меня там друзья. Нет! Нет! Кит, ты сказал, что все будет хорошо. А для этого мы должны быть вместе. Не отчаивайся, крошка. Когда мне было 14, мой отец обменял старую сеялку на подержанный Форд. Однажды я попытался его завести, и рычаг сломался у меня в руках. Машина застонала и умерла посреди двора. Я хотел отогнать машину на свалку, но мой отец сказал: «Не отчаивайся, сынок. Не отчаивайся». Я потом целых 5 лет водил этот Форд. И неважно, что это, подержанный Форд, лента в пишущей машинке, работа в далеком Чикаго. Главное, не отчаивайся, дочка. Ну все, пора спать. А что, если ты не вернешься? Я, Джек Китридж, торжественно клянусь, что буду писать тебе раз в неделю. И ничто в этом мире не помешает мне вернуться к тебе. Ты обещаешь, папа? Правда обещаешь? Да. Гванга, Гванга, Галоли. Кариба, Кариба, Кариф. Я люблю тебя, папа. Я люблю. Я тоже тебя люблю, крошка. июня 1934 года. Дорогой папочка, спасибо за письмо. Мы очень скучаем и надеемся, что ты нашел работу в Чикаго. Дома все кувырком. Уроков нет, но я даже не могу позвонить подругам, потому что телефон отключили. Отключен? И я целыми днями стираю, прибираюсь, крахмалю, глажу, вытираю пыль и готовлю. А потом крахмалю, стираю, прибираюсь и снова готовлю. Мои планы стать репортером покрылись плесенью. Только пойми меня правильно, папа. Я не жалуюсь, я просто... Ну, жалуюсь. В доме полно жильцов, и поэтому дел не в проворот. Миссис Ховард и ее сын Стерлинг поселились в моей спальне. Еще чуть-чуть, зайчик. Зайчик. Так странно, что у нас живет мальчик из моего класса. Но, наверное, я привыкну. Мама перебралась в кладовку, чтобы пустить еще одного жильца. Очень умное решение. А в твоей комнате живет мисс Дули, учительница танцев, которая вечно репетирует во дворе.
Шаг назад. Только я не уверена, что миссис Ховард это одобряет. Назад. Ты знаешь, что мама перегородила гостиную, чтобы поселить мисс Бонд, хозяйку передвижной библиотеки? Она въехала на прошлой неделе. Если бы она не путала газ и тормоз... В укрытие! Всем бы дышалось легче. Куда все делись? Тебя обрадует, что мы часто прибегаем к советам тетушки Милли, чтобы растянуть запасы еды. Например, режем кусок хлеба на 4 треугольника, и тогда буханки хватает на 3 обеда. Мама говорит, что это чудо, но настоящий волшебник – наш новый жилец. Джефферсон Берг, магистр путаницы, доктор надувательства и живое воплощение Гарри Гудини. Внимание! Мне нужен доброволец из публики. Юноша? Как тебя зовут? Стерлинг. Стерлинг. Ты не против наручников? Нет. Иди сюда. Эти наручники из прочной стали. Можешь снять? Ты уверен? Да. Уверен? Уверен? Спасти тебя может только этот ключ. Будем надеяться. Иногда он, правда, заедает, и приходится пилить. Получилось. Отлично. А теперь можешь подержать ключ, Кит? Да. Не потеряй, Стерлинг. Защелкни наручники. Да. Итак, вы хотите, чтобы я освободился от наручников с помощью грубой силы или магии? Магии. Все ясно, договорились. Считаем. Это не так просто. Раз, два, три. Ух ты! Как вы смогли? Это магия. Папа, пожалуйста, помни, что я очень скучаю по тебе. И мама тоже. Не забывай об этом. Привет. Привет. Извини. Аллергия. Это из твоей комнаты. Оставь на полу. Я уберу. Это Эрни Ломбарди? Да. Редкий снимок. Ты знаешь, что он лучший игрок в команде? Рост 6 футов 3 дюйма, вес 230 фунтов. Мой кумир. Забавно. У него большой нос, а у тебя... Большие уши. Я знаю. Поэтому он мне и нравится. Извини, что мы заняли твою комнату. Это ничего. Здесь мне лучше пишется. А что ты пишешь? Статьи разные. Для семьи? И для Cincinnati Register. Ты пишешь для газеты? Ну, их пока не печатают, но я не теряю надежду. Друг моего брата знаменитый репортер. Извини, детка, не подходит. Все хотят знать о Чикагской всемирной ярмарке. Все только и пишут, что о Чикагской всемирной ярмарке. Знаешь, что сказал мистер Гибсон? Да-да, валяй. Мне нужно что-нибудь новое, свежее. Из гуще жизни. Не лакируйте свои статьи, ребята. Это Cincinnati Register, маяк холодного рассудка в океане сентиментальной чепухи. Что вы сказали, мистер? Пибоди, сэр? Вильям Пибоди. Ничего, сэр. Я просто вас процитирую. Постойте, мистер Гибсон. Привет, крошка. Как тебя зовут? Кит Китридж. Вообще-то Маргарет Милдред, в честь мамы и тетушки с папиной стороны. Но в детстве, когда я засыпала, мой папа пел. Плывет по морю синий кит. Вот прозвище и прилипло. Сэр. Увлекательно. Стойте. Я написала статью, которую вам нужно напечатать. Огромное спасибо. И, кстати, я не шепелявлю. Every morning, every evening, ain't we got fun?
Справочник по магии. С ума сойти. Ты цел? Да, вы же гудели. Книжечку почитаешь? Мне некогда читать. Найди время на книгу. Чтение перенесет тебя куда угодно. Я только что дочитала вот эту книгу. «Приключения Робина Гуда». Он крадет у богатых и отдает бедным. И что потом? Уилл тебе расскажет. Ну а ты хочешь почитать? Я читаю только знаки. Это интересно. Я научу тебя читать книжки, а ты меня знаки. Заметано, Стерлинг. Держи, малыш. Спасибо. Только на время. Ясно. Уилл? Извините, не ушибло? Уилл. Возьми старые ботинки мистера Китриджа. Нет, мэм, я не могу. Ты так много работаешь, что едой мне не расплатиться. Возьми, пока твои на ходу не развалились. Спасибо. Примерь. Мисс Бонд. Миссис Китридж. Уилл. Рути. Привет, Рути. Доброе утро. Что случилось? Мы едем отдыхать на Мёртл-Бич на 10 дней, в пятницу. Разве это плохо? Здесь гораздо веселее. Я только о вас и говорю дома. Спросите у мамы. Как раз вчера я о вас рассказывала, мисс Дули. Спасибо. Она не сказала, что именно, милочка. Знаете, что вам нужно? Сборник новелл. Что ты пишешь? Ты подсказала мне идею статьи. Хочу записать, пока не забыла. Я постираю, а ты напечатай, пока не забыла. Идет? Ты уверена? Ступай. Спасибо, Рути. Есть подходящие. Как влитые. Спасибо. Мило. Желай мне удачи. Кто там? Маргарет Милдред Китридж. Что тебе нужно? Напечататься. Как бы сказать, повежливее. Но вы даже не прочли. Ей очень жаль, мистер Гибсон. Пошли. Да, верно, мне очень жаль. Жаль, что вы упустили отличную статью, которая сама постучалась в дверь. Что ты сказала? Портрет пансиона, сэр. Это свежо, это ново, из гущей жизни. В ваших руках, сэр, история, которую вы искали. Можете меня вышвырнуть, если хотите, но я советую прочесть. Детский взгляд на депрессию в Цинциннати. Автор Кит Китридж, 10 лет. Довольно. Это ты написала? Да. Неплохо. Так вы напечатаете, мистер Гибсон? Извини, детка. Неплохо. Даже хорошо, но недостаточно. Пиши, крошка. За статьи мы платим по центу за слово. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Представляешь, в газете платят по центу за слово, а значит, за одну статью можно получить $2-3. Ух ты! Я напишу статью о вас в Каунти, если ты не против. А что у нас интересного? Я это выясню. Раскручу вас.
Так репортеры говорят. Ясно. Вообще-то я собрался за вещами в наш лагерь. Пошли, если хочешь. Если ты обойдешься, мама. Я справлюсь. Пошли, Каунти. Рути, Стерлинг, будете моими помощниками? Нам заплатят? Нет. Ладно. Да. Уилл, Каунти говорил, что умеет читать знаки бродяг. Он читает знаки на столбах с 200 ярдов. Он 100 раз спасал мою шкуру. А что за знаки на столбах? Их оставляют друг для друга бродяги. Видите? Похоже на кошку. Точно кошка. Это добрый знак. Он означает, что здесь жила добрая леди. Не все жалуют бродяг. И у тебя на воротах кошка, Кит. У нас кошка. Я живу там. У нас есть кошка. Надеюсь, что есть. Я уверена, что есть. Извини, Рути, кошки нет. Но у тебя есть рыбий скелет, видишь? А что это значит? Отличный мусор. А весело ездить на поезде, Уилл? Паровоз свистит, из трубы валит дым, а ты трясешься и подпрыгиваешь. Поезд может увести в новую жизнь, сделать свободным. Верно, Каунти? Это точно. А где твой дом, Уилл? Техасе. У нас была ферма. 2 года подряд выдались неурожайными. Отец работал в поте лица, а потом подался на запад с Беллой, Эвелин и моими младшими сестрами. Они и меня звали, но я решил, что пора жить самостоятельно. Я ездил на поездах, заводил друзей, подрабатывал. А год назад встретил в Оклахоме Каунти и его отца, с тех пор мы были неразлучны. Называли себя... Тремя мушкетерами. Да, точно. А потом эпидемия гриппа. И мой отец умер. Теперь нас двое. Слава богу, что он у меня есть. Рано или поздно мы доберемся до Калифорнии. Заживем с моей семьей. Я им понравлюсь. Нет. Я пошутил. Ну все, пошли. Вперед! Знаете, что это значит? Что мы уже близко? Это значит, что рядом земля бездомных. А как живут бродяги? Мотаются по железке из города в город, ищут работу. Здесь у всех одна судьба. А вот и наш дом. Пошли. Идем. Бродягам точно не позавидуешь. Когда-то у каждого из них был дом и работа. Все зависит от удачи. От жизни бродяг нас отделяет всего пара шагов. День начинается с поиска пищи. Как правило, бродяги делятся всем, что имеют. Овощами, картошкой, а в удачные дни и мясом. Можно я вас сфотографирую? Валяй. Они кладут все в котелок и варят. Это называется бродяжьей похлебкой. Каждый вносит свою долю, а кто не может, старается внести в другой день. Делиться — это правило жизни. У бродяг есть даже склад, где можно оставить то, что не нужно, и взять то, в чем нуждаешься. В основном бродяги — люди надежные. Только их вечно преследуют беды. И главный знак — это знак опасности. Им приходится защищать друг друга. В тяжелые времена люди обычно винят других. И бродяги, по-моему, козлы отпущения. Пришли. Спальня. Гостиная. Туалет. Библиотека. Проходите. Привет, док. Уилл, как у Каунти с горлом? Гораздо лучше, спасибо. Хорошо. Робин Гуд? Да.
Док, что ты думаешь о человеке, который крадет у богатых и раздает бедным? Он хороший человек или плохой? Я бы сказал, что хороший. Да, я тоже. Пока, док. Уилл? Привет. Влезайте, я вас кое с кем познакомлю. Сейчас. Хорошо. Добро пожаловать. Шелдон Пеннингтон, третий. Стерлинг Ховард, четвертый. Кит Китридж, первая. А я Рути. Мы друзья Уилла и Каунти. Звался я Пеннингтон, акции смело я ставил на кон. Мой отец тоже играл на бирже. Вся суть в прошедшем времени. Здесь многие в прошлом ворочали делами. Когда я найду прибыльную работенку, то сразу пошлю за женой и сыновьями. Один из них — твой ровесник. Стерлинг Ховард, четвертый. Где ты был? С Уиллом и Каунти в лагере бродяг. Не смей их туда водить, ясно? Никогда. Да, мэм. Он не виноват, я сам. Это я разрешила, Луис. Извини. Не вздумай шляться с бродягами. Многие из них преступники. Мне пора. Пошли. Прости, мама. Не извиняйся. Нас ссорится с жильцами, нам не по карману. Посиди со мной. Я не хотела для тебя такой жизни. Тебе бы играть, а не заботиться о жильцах, выплатах и торговле яйцами. Торговле чем? Яйцами. Но у нас нет кур. Уже есть. Тетя Милли прислала. Кит, это поможет нам. Нет. Кит. Нет. Кит. Все знают, что от торговли яйцами один шаг до приюта. Маргарет Милдред, сядь. Посмотри на меня. Торгуя яйцами, выращивая овощи, перешивая все, что можно перешить, мы не попадем в приют. Или это, или жизнь с дядей Хендриком. Пока твой отец не найдет работу. Что ты выбираешь? Куры или дядя? Я выбираю кур. Спасибо, спасибо, спасибо. Я, Джефферсон Берг, подвешу человека в воздухе. Левитация! Без обмана и отвлекающих приемов. Прямо у вас на глазах в этой комнате кое-кто воспарит. Невесомый. Мне нужен доброволец. Мисс Бонд? Я еще никогда не поднимал воздух библиотекаря. А учительницу танцев приходилось? Да, но это длинная история. Прошу, мисс Бонд. Нет, нет, мистер Берг. Да. Мисс Бонд, мисс Бонд, мисс Бонд. У вас все равно ничего не получится. Ложитесь, пожалуйста, откиньтесь. Умоляю, не волнуйтесь, очень хорошо. Скрестите руки на груди. Отлично. Закройте глаза. Закройте глаза. Закройте глаза. Вам удобно? Нет. Прекрасно. Дети, свет, пожалуйста. Мисс Дули? Мисс Дули, можно аккомпанемент? Да. Да, конечно. Мисс Бонд, вам хочется спать. Очень хочется. Вы легки, как воздух. И вы слышите только мой голос. Только мой голос. Долги. Ваши веки тяжелеют. Они такие тяжелые, что вам их уже не поднять. И вы, наконец, уснули. Тихо, миссис Ховард. Громкий голос ее разбудит, и она упадет.
Бонд, дамы и господа. Я же сказала, что не получится. Мама, мама, жаль, ты не видела. Мистер Берг поднял в воздух мисс Бонд. Все в порядке? Разумеется, потому что ничего не было. Было, было. Нет. Вы летали. Нет. Это почта? Да. Прошу прощения. А почта, мам? Мистер Берг. Спасибо. Мисс Бонд? От папы есть? Нет, крошка, не сегодня. Он и так часто пишет. Надеюсь, миссис Китридж, что если я выйду замуж, мой муж будет таким же заботливым. Но мне наверняка достанется проходимец. Ладно, проехали. Нет, нет. Что случилось? Мой бедный кузен Фредерик. Его ограбил бродяга. Поднял часы, бумажник и жестоко избил. Ужас. Жена о нем заботится? Нет, он не женат. Я его единственный родственник. Миссис Китридж, можно он поживет у вас несколько дней, пока не поправится? Обещаю платить за его обеды. Конечно. На чердаке есть лишняя кровать. Я все приготовлю. Спасибо. Мы с мисс Бонд как раз обсуждали этих ужасных бродяг. Это все может и слухи, но нет дыма без огня. Люди говорят, что эти бродяги — грабители. Не все бродяги одинаковые. Они грабят дома и избивают прохожих среди бела дня. С этим пора кончать. Говорят, их прогонят из города. Если бродяги грабят дома, может и нам запирать ценные вещи? Я зашила деньги в нижнее белье. Мисс Дули, прекратите, здесь дети. Они что, не носят белье? Надеюсь, что носят. Мой отец хранит деньги в сейфе, в подвале. С ума сойти. Банкир не доверяет банку. Миссис Китридж, спрячьте брошку в шкатулку. Она старинная и очень ценная. На всякий случай. Мало ли. Да, конечно. Красиво. Да? Я хотел сказать, миссис Китридж, что нашел место для курятника. В углу двора, где белье сушится. Прекрасно. Пошли, Каунти. Всего хорошего. Пока, Уилл. Пока, Каунти. Пока. Пожалуй, ожерелье стоит запереть. Последую вашему примеру. Не хочу лишиться отцовских часов. И... еще это кольцо. Но это обручальное кольцо. Пустяки. Просто для сохранности, сынок. Доброта и честь вообще не бродяг? Без вопросительного знака, это утверждение. Доброта и честь вообще не бродяг. Признайте, это свежо. Да, но суть в том, дорогая, что газета — это товар, а не посмешище. Есть и хорошие бродяги, и плохие, сэр. Точно как яблоки. Или... редакторы. Иди сюда, Кит. Видишь карту? Во всех этих городах, в Дейтоне, Гамильтоне, Цинциннати, бродяги совершили жестокие преступления. За поимку бродяги-грабителя предлагают $150. Спроси себя, кто заплатит за чушь о добрых бродягах? Поэтому и нужна статья. Мой тебе совет. Иногда нужно играть ту музыку, которую люди хотят слушать. Совершено ограбление. Дом 51 на площади Эббот. Подозреваемый хромой бродяга. Это же дом Рути! Это был бродяга. Выскочил прямо на меня. Среди бела дня. Он был хромой. Что-нибудь еще? Татуировка была? Необычная. Ну, вроде птички. Это место преступления, мисс. Да, ведь точно была, на руке. Очень яркая. Верно. Та самая татуировка. Фрэнк, иди сюда. Странный след, шериф. Это вроде визитной карточки. Уилл? Уилл? Все в порядке, Кит? Где Уилл?
Я не знаю, он обещал прийти. Что-то его задержало. Почта. Но везет не всем. Посмотрим. Одно для мистера Берка. Потом отдам. И, конечно, для миссис Китридж. От папы. От тети Милли. И еще тебе, Стерлинг. Мама. Оно из Нью-Йорка. От папы. Для Луис. И для тебя тоже. $40? Извините. Вот ты где. Что ты здесь делаешь? Извини, я просто... Нет, нет, ничего. Я должна сменить простыни. Но вообще-то я тебя искала. Хотела спросить про письмо. Отец пишет, когда вернется в Цинциннати? Стерлинг. Нет. Он хочет, чтобы вы переехали в Нью-Йорк? Точно. И поэтому ты грустишь. Твой отец нашел работу в Нью-Йорке и хочет, чтобы вы жили с ним. Но почему нет работы в Цинциннати? Ненавижу почтальонов. И письма тоже. И слова. Ненавижу слова. Ты о чем? Словам веришь. Даже когда они ложь. Он обещал писать. Писать как можно чаще. Твой отец? Я заставил его пообещать. Ты? Сначала он держал слово. Я получал письмо каждую неделю. Потом реже и реже. А скоро он перестал писать. И тогда мама сняла кольцо. Это ты написал маме письмо? Ей оно очень нужно. Но в письме были деньги. Он дал мне деньги перед отъездом. На крайний случай. Наверное, я всегда знал, что он никогда к нам не вернется. Привет, Кит. У меня подарок. Это самокат. Спасибо. Уилл, а что у тебя с ногой? Ранил вечером. А может быть, все-таки утром? Да не против ответить на вопросы, сынок? Нет, сэр. Как именно ты поранил ногу?
На меня напали. Вот как. Да, сэр. Вчера вечером кто-то набросился на меня и ударил в колено. Ты был в этих ботинках? Мои ботинки украли. Какая жалость. И отпечатки подошв сравнить не получится. Ты заявил об ограблении? Кто послушает бродягу, сэр? Ты знаешь Смиттонсов? Рути Смиттонс. Местные уверены, что ты все про нее разнюхал. Например, о семейных сбережениях. Нет, я просто... Ты знал, что Смиттонсы уехали из города? Да, об этом я знал, сэр. А она говорила, что ее отец хранит деньги в сейфе в подвале. Не вздумай смыться отсюда, сынок. Если скочишь среди ночи на подножку поезда или выйдешь за границу города, я поймаю тебя. И за решеткой ты живо вспомнишь, куда делись твои ботинки. Уяснил? Стой! Держи вора! Держи его! Меня обокрали! Кто там? Мама? Ты здесь? Господи, вот беда. Нас обокрали. Еще раз, мистер Берг. Мне не спалось. Я услышал шум, вроде бы, во дворе. И мне так показалось. Я вышел проверить и увидел его. Уилла Шепарда. Было темно. Это был Уилл. Он нес шкатулку. Миссис Китридж, шкатулки были ваши вещи? Все наши деньги, шериф. Он взял ваши деньги? Конечно, он взял ее деньги. Знаешь, что нужно платить за дом? Возьмем его, Фрэнк. Нет! Ужасный мальчишка. Он часто говорил о Робине Гуде. О кражах у богатых. Но мы не богатые, он это знает. Я не верю. Я просто не верю. Уилл Шепард. Кто-нибудь видел Уилла Шепарда? Уилл Шепард? Простите, что беспокою так рано, мэм. Нет, ничего, проходите. Доброе утро. Доброе утро. Мой помощник нашел это рано утром в палатке Уилла Шепарда. Надеюсь, вы сможете их опознать. Эти ботинки вы отдали Уиллу Шепарду. Ну, а брошь? Это моя брошь, да. А кольцо моей мамы не нашли? Нет, сынок. Похоже, он начал у Смиттонсов, а потом ограбил вас. Грабитель точно и знаком. Нет, это невозможно. У бродяги, который ограбил Смиттонсов, была татуировка. Так показал свидетель, я записала. Уилла, нет татуировки, шериф. Доченька, вы его нашли? Никто его не видел, и никто не знает, где он. Дорогой папа, прошел месяц, а Уилл и Каунти так и не объявлялись. Я не верю, что грабитель он, папа. Но ведь кто-то же нас ограбил, забрал все наши деньги. И теперь посреди лужайки уродливый щит с надписью, что банк забирает дом. И это еще не все. Дядя Хендрик запретил нам взять Грейс, когда мы переедем к нему. Придется ее отдать, папа. Ну как я ее отдам? Я попрошу маму еще раз с ним поговорить. Мама очень грустная, почти никогда не улыбается. Папа, почему тебя нет рядом? Почему ты не пишешь? Ты обещал писать каждую неделю, но промежутки между письмами все длиннее и длиннее. Не исчезай. Если нет работы в Чикаго, поищи работу дома.
Дорогой папа, вчера я получила письмо от Фрэнсис и Флоренс. Они живут в Сакраменто, штат Калифорния, и у них все отлично, как ты и говорил. Мама написала, что отец Рути договорился с банком, и нам позволили остаться еще на месяц. И все это благодаря Рути. Она верный друг. На прошлой неделе мама шила мне платье из мешковины, и я надела его в школу. Пусть дураки смеются. Моим одноклассницам платье даже понравилось, и мама шила для них такие же. За деньги. Представляешь? А ведь многие мешковину выбрасывают. Это чистая прибыль. Тетя Милли будет гордиться нами, а дядя Хендрик придет в ужас. Но я нарочно надену это платье в тот день, когда придется переезжать к нему. Я знаю, у тебя короткие лапы, но ты сможешь, да? Умница. Кстати, торговать яйцами не так уж и страшно. Это даже весело. Яйца, свежие яйца! По 15 центов за дюжину! Покупайте яйца! Свежие яйца! Мистер Берг съездил за своим кузеном Фредериком на станцию. Я думаю, что новый жилец всех взбодрит. И где бы ни были Уиллы Каунти, я надеюсь... Он в подгузнике? Да, Джефферсон. Обезьян? Его зовут Кёртис. Я люблю тебя, Кёртис. Обезьянка моя милая. Он очень милый. Стерлинг, сейчас же отойди от этого мерзкого существа. Прочь, 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 кыш, кыш, кыш. Кёртис, сюда. Если почешете ему животик, он будет вашим другом навеки. Если я почешу ему... Маргарет, хорошо, что мы переезжаем, иначе бы мы съехали. Мистер Берг, ваша постель наверху. Извините за беспорядок. Дом очень большой, а времени на сборы мало. Спасибо за хлопоты, мэм. Я здесь всего на пару дней. Вы тоже из Балтимора, мистер Берг? Зовите меня Фредериком. Родом я из Канады. Какое совпадение? Я думала, вы из Покипси. Но в 22-м я переехал в Балтимор, чтобы выступать с Джеффом в цирковом шоу. Мы назывались Луиджи и Сэм. Я был Луиджи. Да, славное было времечко. Да, Джефф распиливал женщину пополам, а Лола пела. Лола? Да, Лола. Лола. Это было ее любимое место. Упокой, Господи, ее душу. Шериф сказал, что ограбил знакомый. Но ведь и мистер Берг знал, где мама хранила драгоценности и деньги. Но как он достал брошь из шкатулки и подбросил в палатку Уилла? А что, если брошки в шкатулке не было? Точно! Ловкость рук! Помните, как мистер Берг положил часы в мешочек с драгоценностями? Он вынул оттуда брошь, сунул ее в карман, а потом отдал Фредерику, и Фредерик украл ботинки Уилла. Точно! То есть Фредерик нарядился бродягой, прокрался в лагерь и подложил ботинки и брошь в палатку Уилла. А мистер Берг позаботился, чтобы шериф заподозрил Уилла. Хромота! Уилл сказал, что кто-то ударил его в колено. Они покалечили Уилла, а потом Фредерик сыграл роль хромого во время ограбления. В моем доме. И поэтому они грабили днем. Фредерик оставил в грязи след и нарочно хромал на глазах у соседа. Что здесь происходит? Ты их разоблачила, Кит, и теперь нам пора в полицию. Нет, у нас нет улик. Карту захватил? Конечно, захватил. Отлично. Поищем в их комнате деньги. Если они вернутся, свистни. Ты уверена? Разве часто наш дом пустует? Все ушли. Сейчас или никогда? Заходи. Рути, смотри в оба. Хорошо.
Нам нужно найти наши деньги. Где они? Это все наши деньги. В детективных романах на стенке сундука есть кнопка, которая открывает тайное отделение. Где она? Где кнопка? Это она? Рути, я нашла! Это красный бумажник. Ты же сказал, что карта у тебя. Да, я только не помню, где именно. Отлично, тебе нужна карта, чтобы найти карту. Карта у меня, Джефф. Рути, ожерелье твоей мамы. Но где шкатулка? Посмотри. Дейтон, Цинциннати, Гамильтон, Фарния. Нет. Коламбус. Кливленд. Рути, ты знаешь, что это значит? Да. Нет. Кузен мистера Берка побывал в тех городах, где бродяги совершили преступление. С ума сойти! О, боже. А это откуда? Смотри, Кит. Стерлинг. Знак опасности. Уйми его. Пусть заткнется. Фредерик, посади его в клетку. Бедняга нервничает. Я тоже. Но я ведь не визжу. Все, все, дай мне карту и пошли. Что ты делаешь? Карты нет. Верно? Ты закопал добычу, но понятия не имеешь, где именно. Дай-ка подумать. Дай мне подумать. Ты будешь думать вечно. Я положил карту в надежное место. Туда, где легко найти. Видишь? Я не такой тупой, как ты думал. Отлично, теперь за дело. Пошли. Почему он открыт? Все на месте? Что это было? Наверное, ты случайно не запер сундук. Все, пошли. А откуда здесь этот камень? Наверное, со двора притащили. На нем бродяжий знак, Джефферсон. Знак опасности. Не по душе мне это. Ох, не по душе. Помоги-ка мне с сундуком. Куда мы поедем с моим сундуком? Мы никуда не поедем. Это вызовет подозрение. Ты скажешь мне, где закопал добычу, а в 4 сядешь на поезд до Балтимора. Что? Один сяду? Я боюсь ездить один. Фредерик, если чутье тебя не подвело, в чем я сильно сомневаюсь, нельзя допустить, чтобы сюда сунулись любопытные жильцы или выскочки шерифа. Это слишком рискованно. Все, пошли. А как же Кёртис? Я привезу его через неделю, обещаю. Ты не забыл, что он любит изюм? Пошли отсюда, живо! Пошли. Постой, мой пиджак. Он висит на стуле. Теперь ты все взял? Вылезаем. Умная обезьянка. Я сяду в их машину. Что? И куда ты поедешь? Это опасно. Я должна вернуть наши деньги. Только так мы сохраним дом. Кит, нет. Кит. О, боже, Кит, что ты делаешь? Стерлинг, Стерлинг, очнись. Ты цел? Да. Ты и Рути в полицию, а я поеду с Берком. Что? Я
Почему я должен ехать один? Потому что... Ты не можешь взять в поезд обезьяну. Я тоже тебя люблю, Кёртис. Садись в машину. Ты знаешь, куда нам ехать? Да. Знаешь? И куда дальше? Где сворачивать? Поезжай налево. Спасибо, что сказал. Стоп! Хватит на меня орать! Я ору, потому что ты тупой. С меня хватит. Я не покажу тебе, где добыча. Ты ведь не знаешь. Ну что, выкусил, умник? Кретин. Мисс Бонд! Мисс Бонд! Стерлинг, бежим! Мисс Бонд! Вы нужны нам! Мисс Бонд! Вы нужны нам очень-очень! Что, в чем дело? Мы узнали, что деньги украл мистер Берг. Кит на заднем сиденье их машины, и они говорили о станции. В машину! В машину? Я тоже поеду. Я вызову полицию. Ушиблись, дети? Зенкин поехала с ними. Во сколько у них поезд, ребята? 4. На Балтимор. Мне показалось, что деньги зарыты рядом со станцией. Интересно. Нужно догнать их, пока они не обнаружили Кит. Ну все, держитесь. 8, 9, 10. Все. Копаем. Что значит копаем? 3, 2, 1. Точно здесь. 7. Ну, конечно. Погнали! Мисс Бонд, нет! Не волнуйтесь, все будет хорошо. Это машина мистера Берка. Я вызвала полицию. Шериф приедет с минуты на минуту. Сидите здесь. Бежим за ней, Рути. Она велела сидеть здесь. Бежим быстрее. Смотри, это Кит. Кит, что вы здесь делаете? Вас кто-нибудь видел? Нет, нас привезла мисс Бонд. Она нам поможет. Ну, нашел? Полегче, полегче. Осторожнее. Доставай. Да. Они нашли шкатулку. Так нечестно. Это наша шкатулка. И деньги наши. Это все, что у нас есть. Мы вернем деньги, не горюй. И они еще обвиняли Уилла. Мисс Бонд вызвала полицию. Шериф уже едет. Погоди, откуда мисс Бонд звонила? Из твоего дома, а что? У нас телефон отключен, Стерлинг. Нет. Нет. Мисс Бонд. Мисс Бонд с ними заодно. Как я не догадался? Ну, конечно. У каждого мага есть ассистентка. Нельзя же их правду поднять в воздух. Если это не фокус. Точно. И что дальше? Магия. Эй, сюда! У нее фотоаппарат. Кит! Эй, сюда!
Нет, стой, стой, стой! Стой! Он взял добычу! За ним! Лови его, лови! Не бойся, сестер, никто тебя не обидит. Нет, нет. Вот, смотрите, земля бродяг. Здесь мы спрячемся. У меня есть идея. Что ты делаешь? Даю нам фору. Пусть малютка Кит возьмет свои деньги. Прекрати. План был совсем другим. В этой шкатулке $250. Я не отдам ни цента. Заткни свою подружку. Тихо. Подружку? Не будь такой наивной, Люсинда. Впредь так и будет. Привыкай, Люсинда. Голубки. Хорошо, что я читаю знаки бродяг. Туда. Бежим, бежим, бежим. Кажется, мы близко. Кит? Уилл! Что вы здесь делаете? Мы ищем тебя. За нами гонятся, помоги нам. Мы знаем, кто украл Берки и мисс Бонд. Где ты был? Я всегда знала, что ты не вор. Где Каунти? Они гонятся за нами. Тебя подставили. Бежим. Прекрасно, просто чудно. Как хорошо, что ты умеешь читать знаки. Все. Пошли, пошли, пошли. Здравствуйте. Извините. Не могли бы вы нам помочь? Мы устроили неподалеку пикник и, кажется, потеряли наших детей. Помогите нам, пожалуйста. Искренне сожалею. Да, естественно, мы подумали, что они забрели сюда. Естественно. Естественно. Кто-нибудь видел здесь детей? У меня есть... Секунду. 50... 70, 80, 90, 100 долларов. На эти деньги можно купить много еды для ребенка и даже начать новую жизнь. Можно снова стать уважаемым членом общества. Уважаемым членом общества? Да. Как вы? Привет, ангелочки. Квадрей. Отдай! Отдай, я сказал! Это мои деньги, отдайте! Пожалуйста! Спасибо, мэм. Не за что. Люсинда! Чары развеялись. Нет, 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 нет. Прости меня, Кит. И все вы меня простите. Мы убедили себя, что отчаянные времена требуют отчаянных действий. Да, Джефферсон, я была наивной. Мы колесили по стране, как Робин Гуд. Мы грабили богачей, чтобы раздать деньги бедным. А ведь, строго говоря, мы просто крали и у богатых, и у бедных. И все оставляли себе. Вот что мы делали. И ты, Джефферсон, Джаспер, Рене Берг. Рене?
Никакой не Робин Гуд. Поехали в город. Скажем шерифу, что мы раскрыли дело об ограблении. Объясним, что бродяги ни при чем. Прощайте, друзья. Прощайте, мисс Бонд. А где Каунти Уилл? Если хочешь спрятать надежно, прячь под самым носом, верно? Да. Нет. Каунти. Ты нарядил его девчонкой? А я девочка. Он? Это она? Девочка? Познакомьтесь, это Констанс Энджел Эудора Гарви. Простите за обман, но я обещал ее отцу присмотреть за ней. А девчонки на железке опасны. Не злитесь? Конечно, нет. И мне нравится твое платье. Спасибо. Теперь называть тебя Констанс? Нет. Отлично. Может, ты и девчонка, но для меня ты всегда мальчик, Каунти. Спасибо, наверное. Бродяги невиновны, схвачены фокусники и библиотекарь. Девочки получают награду, жители долины Огайо благодарят долларами. Девочки поймали грабителей. Выглядит аппетитно. Изысканно. Чудесно, Маргарет. Нам есть за что благодарить. Выпьем. За Кит. Без тебя нас бы здесь не было. За Кит. Отец бы тобой гордился. Какие новости из Чикаго, Маргарет? Кит, передай, пожалуйста, мисс Дули бобы. Да. Кит? Уилл? Уилл, Каунти. Мэм, простите за беспокойство, но в День Благодарения мы хотим сказать вам спасибо. Мы ненадолго. Заходите. Можно? Пожалуйста. О, боже! Мы не знали, как еще вас отблагодарить. Спасибо. Привет. 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 Спасибо от всей души, мисс Киттридж. Не за что. О, май гад. Боже, сколько гостей. Какой стол. Пожалуйста, не уходите. Я рада, что отмечаю этот день с вами. Прошу вас за стол. Это честь для нас. Кто здесь? Папа. Папа! О, Боже. Кит, дай тебя рассмотреть. Доченька. Ты обещал писать мне раз в неделю, а не писал так... Давно. Я знаю, Кит. Каждый день я надеялся, что завтра все наладится. Но тщетно. И я понял, что если я не посмотрю в глаза тебе, твоей матери, не расскажу, что случилось, меня ждет отчаяние. Но мой старый Форд еще на ходу. Кит? Джек? Oh.
Я дома. Я дома, и я найду работу. Обещаю. Чикаго? Нет, Кит. Здесь, в Цинциннати. Я останусь дома. Спасибо. Мистер Пеннингтон. Спасибо, сэр. Ваш сын мой ровесник? Напишите ему, пожалуйста. Сегодня же. Ради меня. Извините, друзья, тихо, пожалуйста. Гости. Каунти хочет что-то сказать. Ты готова? Корова прыгнула через луну. Зачем корова прыгнула через луну? Как глупо. Я так долго училась читать. А зачем? Иди ко мне. Я горжусь тобой. Добрый вечер. Кит, дорогая. Тебе пришли. Маргарет Милдред Китридж. Мистер Гибсон. Как держать, детка? Только что отпечатано. Депрессия глазами ребенка. И значит? Поздравляю, репортер, ты в штате. Мама, папа, ты слышал, я в штате. Дорогая, я верил в тебя. Мистер Гибсон, хотя бы выпейте с нами. Сегодня праздник. Ну, может, рюмочку, миссис? Я мисс. Мисс Дули. И зовите меня Мэй. Так звали мою матушку. Господи, какое совпадение. Какими напитками сегодня подчите? В том ноябре мы не горевали о потерях. Мы радовались тому, что приобрели. Все готовы? Да. Итак, мы одно целое. О, Боже! С обезьянкой. Маме не говорите. Нет, постой. Мы не поклялись в верности. Депрессия изменила нашу жизнь. Она заставила нас бороться и сделала нас сильными. Гванга, Гванга, Галули. Гванга, Гванга, Галули. Кит, смотри, твой фотоаппарат у Кёртиса. Нет. И что бы ни ждало в жизни, я была готова. На русский язык фильм озвучен студией «Пифагор» по заказу кинокомпании Warner Brothers. But smiles were made, dear, for people like us.